являются волновых свойств света. Мы привыкли к тому, что тени от мелких предметов выглядят достаточно ярко. Но если рассмотреть тень от иглы с помощью телевизионной камеры на экране телевизора, мы увидим, что снаружи тень окаймлена радужными полосками, а в середине появилась светлая полоса. При изменении расстояния диафрагмы от экрана в области тени происходит перераспределение света. С изменением положения диафрагмы картина качественно меняется. Каждый раз светлое пятно в центре экрана меняется в темное.